друзья, нахожусь я в одном прекрасном месте, Winery Yard. Значит, вино тут делают, вон виноградники. Переночевал я тут в горах, в предгорье. Просто прекрасное место и климат, и небо было такое звездное. Мало света тут от города, от населенного пункта. В отличие, как вот у нас в Портленде, в Ванкувере. Много света и небо. Даже если безоблачно, звезд не видно. А тут мало света, мало домов. Нет такого скопления световых источников. И поэтому небо не засерено, ближайшая атмосфера, светом. И можно видеть хорошо звезды. Млечный путь давно я не видел. А вот вчера, точнее, этой ночью, только что прошедшей ночью, наслаждался красивым видом Млечного пути. Такое небо яркое, звезды яркие. Млечный путь так четко видно было, яркий был. Вот это и есть Winery. Тут делают вино. Друзья, и вот здесь, что я увидел. Кстати, название этого Winery Yard. Друзья, что я увидел? Я увидел маслины. Вот здесь растут маслины. Вот они и есть, маслины эти. Или еще их называют оливками. Вот так они растут. Вот такие деревья у них. Красивое место. Очень красиво сделали ребята. И много виноградника. Много винограда уже спеет. Я люблю виноград. Хочу попробовать. Не знаю, если они мне дадут, разрешат. Но я бы не против бы его попробовать. Но сначала мне нужно выгрузиться. А потом уже обо всем остальном будем говорить. Виноград, он вижу, черный. Темно-синий, как раз вот такой винный. Ну, друзья, вот такие тут красивые розы растут. Мне розы нравятся, сори. Я всегда ищу возможность, чтобы их снять, чтобы ими полюбоваться. Так, ну и сниму виноград, коль уж я рядом. Да, вот это винный сорт винограда. Так, ну пойду узнаю, если они готовы разгрузить меня, взять груз мой. Да, красиво они сделали тут все. Просто красота. Чтобы привлечь людей, чтобы они тут расслаблялись и, конечно же, оставляли деньги. Тут и гирлянды такие из бутылок. Тут и такое место отдыха, чтобы люди отдыхали, расслаблялись. Тут и идол какой-то стоит, похоже, идол виноделия. В общем, неплохое место для отдыха, для расслабления, как я вижу. Друзья, вот это место, где я выгрузил доски для дома. Значит, тут живут хозяева, похоже, этой Winery, этого прекрасного места. Ну и много старючие доски для того, чтобы фэнси выглядел их дом. Виноград уже спелый. Очень вкусно я попробовал. Слава Богу, за этот виноград. Все, буду двигаться дальше на следующую выгрузку.
друзья, виноградники и Wine Yards, где делают вино. Видать, хорошее место в предгорье, в такой низине для винограда. И люди этим пользуются, садят виноград, винодельчеством занимаются, производством вина. Уже столько проехал этих Wine Yards, и вот еще одно, как говорится, лучше другого. Разные компании, разные винные сады. Садят виноград таким образом. Тут уже спелый.